Впервые в истории Алтайского края любительские соревнования на квадроциклах «Квадробум-2017». Квадромногоборье, тест-драйв, полеты на воздушном шаре и паромоторе. Для детей в 10:00 откроется отдельная площадка с аттракционами. Старт соревнований в 12 часов. Встречаемся 27 мая на базе эндуропарка в селе Полеводка Бийского района. Организатор – компания «Активный отдых», информационная поддержка «Бийская медиагруппа».